Всем привет! Наконец-то это видео на моем канале. Мы с ребятами снимали его еще в том году. Скорее всего, вы уже догадались, кого сейчас увидите. Я знаю, что вы очень их любите и давно ждете на моем канале. Правильно, Никита Златоуст и Тимоху Сушина! Уу! А теперь к сути видео. Каждый из вас когда-то попадал в такие ситуации, в которых становилось неловко. И некоторые из них мы сегодня вам покажем. Усаживайтесь поудобнее и смотрите это видео до самого конца. Ну а мы начинаем. Погнали! Кстати, смотрели мой новый ролик на канале, как вам? Нет, а что там, расскажи. В смысле, Соф, мы вчера с тобой вместе смотрели, ты еще сказал, что он как дурак себя там ведет. В смысле, как дурак? А, так это не про тебя, это про Тимоху. Ну, в смысле, не про Тимоху, а про... Неважно. Понятно. Ой, Сашенька, привет! Прям не узнать тебя, как выросла-то! Прям не узнать тебя, как выросла-то! Ну чё, как дела-то? Рассказывай. Как мама, как папа. Чё, всё хорошо? Ну ладно, всегда знала, что ты хорошая девочка. Но ты мне скажи, мальчик-то есть? Мальчик есть. Целовалась уж небось. А я вот за тортиком иду. У Костика моего день рождения сегодня. Чё ты ему пожелаешь-то? Ну, пусть растет здоровым мальчиком. Маму слушается, на пятерке учится. Так, ему-то вообще 36 сегодня исполняется, он женат, у него двое детей. Сашка, ты что, не узнала, что ли, меня? Ну, тетя Света. Вообще-то я тетя Маша. Ты что? Ты же Саша Кузьмина, я тебя с детства знаю, соседка твоя. Ты что? Вообще-то я не Кузьмина. Пошли. Здорово. Чё как? Нормально. Ози. Алло, дались? Саш, ну чё? О, подожди, громко заела. Как, симпотный ли урод? А оделась как? Не в рванье ехать? Алиса, громко заела. А помнишь, как тот в солнцезащитных очках пришел? Вот дебил! Громкая связь, извини. А чё, цветы ты принёс? Только не говори, что пион, который ты ненавидишь. Алиса, громкая. А самое главное, это хоть без сережки, а стрижка-то как? Не как петух покрашенный. Алло, алло, ну чё ты молчишь? Ну говори, Саша, мне же интересно. А, ты же говорить, наверное, ничего не можешь. Ну ладно, всё, давай, пока. Андрей! 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 Андрей, стой! Что? Андрей! Андрей! Ой, Саш, с днем рождения! Ой, спасибо! Смотрите, такой подарок приобрела. Посмотри, посмотри, последний отхватила. Ой, не благодари, мне для тебя ничего не жалко. Посмотри, нравится? Нравится? Ну-ка, ну-ка, смотри, смотри. Да. А что, у тебя там гости? Ну, да, сиди. А ты-ка примерь, примерь, они все упадут от зависти. Давай, давай, Сашка, я пока разделась, давай. Сначала я с ней поговорю. Пойдем. А потом мы еще... Ой, класс, да? Не могу. Классно, пальцы. Так вот, да. Что я ей скажу? Что хорошего? Привет, мам. Здравствуйте. Мам, познакомься, это Никита. Никита, познакомься, это моя мама. Приятно познакомиться. Мне тоже. Ну, тут пока пообщайтесь, я пойду чайку поставлю. Ну, давай, что ли, фотографию посмотрим? Детские. Ну, давайте. Смотри, здесь вот мы ее купаем. Угу. Здесь вот массажик ей делают. Ой, ножки кривые были. Массаж не помог, правда. Не помог? Нет. Ну, да ладно. А здесь, смотри, вот в школе она. В классе... Четвертый. Одноклассники, правда, в пятом уже были. Она просто на второй год оставалась. Мама, да что ты свою, да сюда! Соф, ты видел, в чем Сушин-то сегодня припёк?
уперся. Ты представляешь, вот мятая рубашка. Давай, давай, Саш, потом. Нет, потом, подожди. Давай, давай, потом. Мятая рубашка, под ней футболка. Сзади. А сзади у него вообще карман наружу просто. Он даже шнурки на кроссовках не догадался завязать. Нет, я в шоке, конечно. Я не представляю, как-то можно так одеваться. Ужас просто. Красивая рубашка. Блин, Саша, еще контрольный по английскому? Да. Блин, я даже не готовилась. Короче, я взяла, отмажь меня, пожалуйста. Good morning. Sit down, please. Сегодня мы пишем контрольную работу. А, Артем Сергеевич, кстати, Алис просила передать, что она домой пришла, что у нее нога болела. Да? А я у тебя встретил в коридоре, она сказала, что у нее голова болит. А, ну, она сначала пошла, ударилась ногой, а потом у нее голова заболела. Привет. А, это тот самый Златоуст, про которого мне Сова все уши прожужжала. Блин, Саша, так круто, что мы познакомились. А скажи, ты правда популярный видеоблогер? Ну, да. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка в описании. Отлично, значит, ты точно сможешь дать ответ на мой вопрос. Ну все, сейчас я блесну умом. Зачем создали хайп-кэмп? А, ну... Сейчас, секундочку, на телефон. Окей, Гугл, что такое, как он сказал? Хип-хоп... Хап-кап... Тогда подписывайтесь на мой канал, ссылка в описании. И на мой. Ну как вам видео? Мы очень старались и надеемся, что вам оно понравилось. И если это так, то вы поставите под ним лайк и подпишитесь на мой канал, а также на канал ребят. Ссылочки будут в описании. Стой, подожди, не спеши уходить, ведь сейчас будут закадровые моменты. Все, я с вами прощаюсь, смотрите блуперсы. Пока. Андрей! Смешно, где? Я пытаюсь! Что с моими эмоциями? Я уже сам понимаю, что я играю очень плохо. Не по сценарию сейчас идем. Improvisation, понимаешь? Мама, ты должна прямо такая бежать. Ты хочу. Мама, ты что опять за свои... Ты сюда. Вот когда? Да. С истерикой, с эмоциями, с драмой, чтобы все прослеживалось. Ой, у меня аж сердце закололо. Да. Да звонок, разбирай. Давай, закрывай цветы еще раз. Еще раз. Так... Лишнее ты говоришь. Давай. Еще контроль по английскому. Да. Вот это мы сыграли, ребята. Это было просто восхитительно. Долго, блин, сыграли. Все понятно? Stand up, children. Stand up, children. Да не children, в первом классе. Stand up, students. Good morning. Sit down, please. Саш, ну чё? Блин, то, блин, я забыла, что... Не, ну вы видали? Ну ты вообще не... Ну... Да. Кстати, подписывайся на канал. Подписывайся за слова. Вот, вот, погнали, быстрее, снимай. Снимай как-нибудь уже. А куда и кого снимать? Как-нибудь снимай. Да я так и снимал.
Ярики, блин. Спереди надо. Ярики, я спереди тебя уже снял. Никита, иди побыстрее, Никита, беги. Иди, дорогой. Под ней. Нет, у меня твоя рубашка, надо сказать еще раз. Соф, ты видела, в чем суша? Нет. Неправдоподобно. Я тебя не прошу говорить правдоподобные вещи. Не, я просто сказал то, что это вообще не пошло. Пошел отсюда вон. Готовься. А ты зачем подсказал? А у Костика-то моего сегодня день рождения исполняется. Нет, не смотрели, аж еще раз. Андрей! За что бежал, он меня все это время снимал. Здесь он на 4 классе. Саша! А вы что, встречаетесь с Тимофеем Сушиным? Вот это да, небо 5. Вот это вы даете. Зайди не полностью. Точно? Да, давай. Только не усми. Это в блуперсы?